Привет всем, хочу сегодня рассказать такую ситуацию. Volkswagen Passat 6-7 год, не знаю, короче, вот такой привезли на ремонт. Хозяин купил в таком состоянии уже как есть. Короче, вот у нас мигает сыча накала по мотору. Бьется ошибка P0226 или 27, в описании точно скажу. По педали сразу думали, короче, менять педали, но после того, как увидели, что педаль меняли на бэушку, решили не менять педали. В параметрах диагностики все показывает типа как в долг, ну, что педаль рабочая. В итоге решили заменить мозги, купили мозги, поставили, проблема осталась. Проверили всю проводку. Не грешили на педаль, только потому что педаль уже меняли. Вот. В итоге в диагностике в 21 параметре нам надо смотреть, еще есть отдельный параметр педали. Так вот, там есть три параметра. Процентаж нажатия на педаль, потом там есть второй датчик, типа сколько там на вольт представлено на 100% нажатия педали. И первый параметр там был тоже что-то электронная часть какая-то, я уже, честно говоря, не помню, уже закрыл диагностику, показывала по нулям, 0 вольт. В итоге решили, вскрываем, вот педаль, видно, что меняли. Вот, даже тут написано, вот, что меняли педаль, поставили другую педаль. Но весь прикол в том, что вот чип нет, сгорел. Вот он такой должен быть, а вот теперь он такой. И в итоге вот в чем вся проблема. Не меняли только потому, что ее уже меняли. В итоге вот что продали. С такой же проблемой. Машину всю перезвонили, всю проводку, уже мозги скрывали. Мозги были немного в воде. Короче, вот такая вот проблема. В итоге все-таки педаль. Я думаю, вам легче всего начинать сразу с педали. Единственное, вам надо проверить вольтаж для начала, конечно же. Чтобы не было обрыва проводки где-то. Если я не ошибаюсь, на двух проводах должно быть по 5 вольт и 3 минуса там идет. Если не ошибаюсь, или на трех проводах плюс, и на трех проводах 3 минуса. Ну, короче, должно быть там что-то 5 вольт быть. И уже если там везде 5 вольт есть, минуса есть, вот тогда уже по ходу меняйте педаль. Даже если бы ушку купили, проверьте чипы. Так что такая вот проблема была. Сейчас меняем новую педаль, ставим, и машина поедет. Когда эта ошибка закрывается, у нас машина едет, реакция на педаль есть, обороты поднимает, все. Но турбина не работает. Они работают, потому что мозги, конкретно мозги, не видят нормально педаль. А, и еще весь прикол в том, что почему тоже сразу не меняли еще педаль, грешили там или на проводку, или на мозги. Да, кстати, вот такие там мозги стоят на Пассате, на этом. Вот, потому что лампочки были заделаны картонкой, и ошибки не горели. Вот такая вот борода.